Мы с вами сказали уже несколько слов об истории текста книги Еремии. И когда вы будете читать статьи по истории толкования, Иеремии, вы на самом деле увидите вот эту продолжающуюся, возобновившуюся дискуссию по поводу Иеремии, дискуссию, которая снова возгорелась после текстов, после работ критиков источников, источниковедения 19-20 век, и Рукер дает такой обзор этой дискуссии. Но вот что интересно. С одной стороны, сначала было действительно очень сильное влияние Иеремии. Это был действительно взрыв влияния Иеремии. Иеремии. Но потом главным пророком стал все-таки Исаия. А Иеремия ушел на второй план. Влияние Иеремии уменьшалось, влияние Исаи увеличивалось. Я думаю, что есть Несколько причин, по которым в христианских кругах книгу Иеремии практически игнорируют по сравнению с той же книгой Исаия. Одна из причин заключается в том, что это очень длинная книга. Это, кстати, самая длинная книга в Ветхом Завете, и самая длинная, естественно, книга пророков. И проблема не только в том, что она длинная, Проблема еще и в том, что среди всех поздних пророков эта книга более всего насыщена рассуждениями о грядущем суде. То есть вот эта книга может вогнать в уныние, потому что это действительно сплошной суд. Да, вы помните Иисус Новин, вы помните книга Судей. А книга Судей — это было депрессивное чтение, Книга «Иисус Новин» — вдохновляющее чтение. Также и здесь. Книга «Иеремии» — это как книга судей для пророческих времен. Но понимаете, на самом деле в книге «Судей» тоже было много депрессии, но она короче, в три раза короче, всего 21, 21 глава. А тут книга «Иеремии» — это такая бесконечная депрессивная книга Ветхого Завета. Поэтому так сложно ее читать. Значит, книга длинная, книга депрессивная, книгу, в общем-то, игнорируют. Так что, честно говоря, может быть, и спасибо критикам текстов, потому что они привлекли наше внимание к этой книге, поскольку в христианстве к концу XIX века книгу Иеремии практически забыли. Ну и скептический интерес критиков текста э, все-таки привел к пробуждению интереса к книге среди христиан в целом, и э, стали эту книгу исследовать. И более того, даже среди критиков сейчас все больше и больше людей, которые стали говорить о том, что давайте рассматривать книгу Иеремии как единое целое, литературное целое в этом каноническом контексте. Так что даже из этой критики, из этого скепсиса, из скептических подходов, кое-что хорошее все-таки происходит. Так что вот вам такой вводный материал по книге Иеремии. Давайте мы сделаем вот что. Нам теперь с вами опять придется бегать, прыгать. Мы прыгали по Исаии, будем прыгать по Иеремии. Но пока давайте несколько слов по библиографии. Да, сейчас пишут хорошие книги по книге Иеремии, но ресурсов все-таки далеко не так много, как, допустим, по книге Исаи или даже как по книге Иезекииля. Книга Иеремии, ее можно сравнить с цветком, который только сейчас начинает привлекать к себе внимание. Представьте себе, что поздняя весна, ну или ранняя весна с нашей погодой, и такой ранний цветок, Исаия расцветает, а вот Иеремия расцветет только в июне или в июле, или еще позже. Так что в моей библиографии, пожалуй, лучшие книги, которые доступны а, на эту тему. Кстати, я не отметил звездочкой. Ни одну из этих книг, потому что звездного качества нет ни в одной из них. Но вам еще предстоит учиться. Скоро вы будете проповедовать по Иеремии. Я надеюсь, что к тому времени действительно выйдут звездные тексты. Я думаю, на данный момент лучший, лучшая работа это евангельские комментарии Томпсона. Ну и, пожалуй, все. В любом случае нам нужны хорошие комментарии. Комментарии Маккея в серии комментариев ментор. Это хорошая работа. Маккей Шотландец пишет хорошо. Гаррисон в серии Тиндейл и в серии «Ново Американские комментарий вполне можно этим пользоваться. Райкен, он сейчас президент Уитнского колледжа. Так что проповедуйте через книгу Еремии, по книге Еремии от начала до конца. Фил Райкен об этом проповедовал, эти проповеди записаны. Его проповеди лучшие по этой книге с начала до конца в нашем поколении, потому что его проповеди единственные проповеди по книге Еремии от начала до конца в нашем поколении. Я не думаю, что какую-то из этих книг можно назвать классическим исследованием, классического исследования пока еще нет. Я надеюсь, что со временем появится и будут более качественные исследования книги Иеремии. Но вот это лучшее из всего, что есть сейчас, хотя звездными исследованиями я бы их не назвал. Есть ли вопросы по вводному материалу в книгу Иеремии? Прежде чем сделаем перерыв. Вот вы говорили о влиянии Иеремии на Эздру, и Даниила. И это, конечно, все хорошо, но смотрите, Даниила, 9 глава, он говорит, я понял по книгам. Um, и вот по Иеремии. По каким книгам? Что читал Даниил? То есть у него была конкретная рукопись, конкретный текст или какой-то переписанный текст, или какая-то запись, что у него было? Что читал Даниил? Хороший вопрос. Когда он говорит, сообразил по книгам, я считаю, что это уже были канонические книги на то время, потому что Еремия уже вошла, книга Еремии вошла в канон, и Езекииля вошла в канон, наряду с Торой, наряду с ранними пророками. Я не знаю, да, Псалтирь, может быть, что-то из Псалтирии он видел, что-то из к книге а, притчи. То есть, вот у него были свитки, у Даниила, у Даниила были свитки, Слово Божие на тот момент, и среди этих свиток, свитков была книга Иеремии. То есть, на самом деле, это указывает на интересный момент. Можно, конечно, долго рассуждать о том, как тексты Иеремии, написанные в Еги... записанные в Египте, попали в Вавилон. Надо понять здесь, что ведь а, Навуходоносор а, вторгся и в Египет. И какое-то время Египет был под управлением а, Вавилона. И, но тот факт, что в Вавилоне знали, что происходит в Египте, а в Египте знали, что происходит в Вавилоне. Это вполне общепринятый факт, и происходило определенное перемещение рукописей, перемещение свиток-свитков. Я думаю, что по крайней мере некоторые израильтяне в Египте поняли, что Иеремия действительно настоящий Божий пророк, и каким-то образом доставили свиток из Египта в Вавилон. И вот такой праведный человек, как Даниил, человек, который понимает Тору, такой человек, конечно, может услышать Еремию и сказать «Да, это Слово Божие» и отреагировать соответственно. Поддержите тв семинаре молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.